Автомобили Рено по госпрограммам с выгодой 10%. Терамобил на Янаульской 1А. Прибывшим на место дежурным караулом было установлено, что произошло возгорание электропроводки и автоматических выключателей внутри одной из жилых квартир. Возгорание было потушено жильцами квартиры до прибытия пожарного караула. Погибших и пострадавших нет. Причиной пожара послужило аварийное токовое явление в электросети жилой квартиры. Хочется напомнить, что согласно правилам противопожарного режима Российской Федерации запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться розетками, рубильниками с повреждениями, оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы. Соблюдайте требования пожарной безопасности.